есть они ничем не отличаются от предыдущих. В одном пункте, соответствующий с действующим законодательством, внесли небольшие изменения, которые влекут за собой только то, что пакеты формирования объектов конкурса будут происходить исполком. Исполком будет принимать эти пакеты для того, для прозрачности, для объективности, так как оно и должно быть. То есть все единственное замечание, которое было мы планировали конкурс. Потому что мы уже сегодня обсуждали. Ответом на этот вопрос может стать как раз вот следующее мое решение, которое еще перед тем, как принимать, естественно, вас ознакомлю. У нас общественные организации массово обращаются, хотят в члены конкурсного комитета попасть. Ну, в соответствии со всеми нашими законодательными актами мы внесли соответствующие изменения с учетом процентовки, которая должна быть строго соблюдена. Ну, сгибно постановлено 50-50, 50-50, ветромазкости, 50-50, профильные позиции. Абсолютно точно. Вот сейчас этот состав уже подкорректирован и на ближайшем исполкоме будет рассмотрен. Зачитаю состав. Познаем. Да, если не против. Голова комитета Жинжируха, заступник присяжный, секретарь Дорийска, это без права голоса, секретарь у нас. Члены комиссии, буду сразу новых обозначать, внесены Барашковский, Булах была у нас, Валенков внесен, имеет отношение к транспорту, общественник, но к транспорту имеет отношение. Величко был у нас специалист Укртрансинспекции, Власенко Владимир Ильич внесли его как... Концертов. Владимир, заступник главы Центрального района. Да, дальше Дубенчук была у нас. Это президия Миколаевской областной профспилки противники автомобильного транспорта. А что не Стасюк? Стасюк голова. А у нас со Стасюком прокуратура еще, когда были там три конкурса назад, вопросы. То есть, Стасюк, у нас рабочий орган Стасюк. Да, чтобы не было просто этих конфликтных вопросов, хотя они никак не связаны. На всякий случай решили по поданию прокуратуры уладить этот вопрос. Максимчук есть, был. Миронюк была. Это лига инвалидов с нарушением. Да. Значит, Дмитрук, заступник главы администрации Заводского района. Обновый общественник Перо Алексей Юрьевич, Бастион, организация. Пруть был у нас. Романов, это наши ГАИ. Дальше Смородинов юрист был, Шкуренко добавили, Ленинский район, заступник головы, и Шпиль Александр Александрович. Здорово. Спилка работодавцев есть, профком есть, инвалиды есть, депутаты есть? Да. Раньше было больше. Мало. Я все-таки считаю, от общественности надо было больше депутатов включать, потому как им уже... Народ дал какую-то квоту доверия. Она сегодня не от себя выступает и не от 10 человек, которые есть какая-то зарегистрированная общественная организация, там 10-15 человек. А на округе как минимум проживает 2500-2000 людей. Поэтому я считаю, что больше надо привлекать. Что... 5000. Ну, я говорю, минимально. Округа были маленькие. Это 2500. Понял? Так, еще вопрос можно? Конечно. Ну вот опять будет представитель фирмы, которая обслуживает нас по 78-му маршруту.